Чоплифтер на игровой консоли SG-1000 от Sega. О, какой у меня вертолетик. Смотри-ка, свой штаб обстрелял. Ох ты, даже сюда повернулся. А как мне туда-обратно повернуться? А вот так. А это я вниз какать начинаю. Ох ты, я и лететь могу. Но в пустыне мы что, в Техасе, что ли? О, танки. О, танк-то теперь. А чел, что мне чела подобрать надо? Он же белый. А как к нему спустить-то? Я не открою спустить. Еще тебя приземляться и брать буду. А, вперед вообще нельзя полететь. Лететь именно назад надо. Интересная игруха. Как мне вниз-то начать стрелять? Я уже забыл. Блять. Как я вниз-то поворачивался? Чё я назад-то разворачиваюсь полностью? Блять, давай вниз, блять, ты разворачивайся. А, как, короче, непонятно, как это управление. Давай по каку на танк. Если все цели внизу-то, зачем мне вообще тогда вперед поворачиваться? Ну у вас сколько, мужики? Давайте, бегите скорее. То мы где-то как будто на другой планете летаем. Черт, сортир, какой-то сортир у нас. Вообще прикольная, конечно, игруха. Я могу сказать, что на SG-1000 это первая игруха, которая мне так даже нравится. Да охренеть, это, блять, вертолетики. Выжить с такой приставки. Давайте быстрее, только пока не приехал никто. Накакал на танк. Мужики, чё я вас прибить-то не могу даже. Давайте сюда все. Блять, притащился. Блять, мужики, давайте сюда, к центру. Конечно, оттуда выскакивает. Что это за огонь? Мне что, не надо взаимодействовать, что ли, с этой печкой посреди Техаса? И все, и закончилось. Может, мне на базу пора лететь? Мне кажется, танки заканчиваться не собираются. Или я по домам этих придурков развести должен. Давайте вылазите. Как такси вертолетное, блядь. Чего-то у меня зеленое по нулям. Синих у меня 4, красных 12. Мужики, вылазьте. Вылазить будем, нет? Давай, попиздили отсюда. Ура, и теперь у меня синих по нулям. А, зеленых у меня теперь 4 стало. Офигеть, так вышли ж, блять, то есть все вышли-то или не все? О, самолеты стали летать, вот это уже, конечно, круче становится. Блять, с вертолетом против самолетов. Сейчас мы все...
всех давайте сюда хоть космический корабль. А, я поджег домик. О, так мне надо. Нет, то есть этот поджег домик. Кто-то поджег домик. Тогда эти придурки начинают убегать, мне надо их хватать. Короче, мне надо поджечь домик сначала. Какая интересная игруха. Не забываем подписываться и ставить лайки. Под всеми видео. Видео у нас очень много на канале.